«Газпром» и власти Тульской области подписали договор о газификации региона до конца 2020 года. Реализация программы позволит провести газ в 6 тысяч квартир и домовладений. Договоренность была достигнута на встрече главы компании Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Сегодня же в Туле Дюмин и Миллер заложили первый камень на месте строительства крупнейшего в регионе ледового дворца. Здесь можно будет заниматься хоккеем, фигурным катанием, массовым катанием фигурным. Здесь можно будет заниматься различными видами спорта, будет тренировочный сектор. И в частности будет выделен отдельный зал для силовых видов спорта. Что также необходимо отметить, объект будет многофункциональным, и его можно будет использовать для общегородских мероприятий, для концертов. Поэтому, без сомнения, Ледовый дворец станет подарком для всех жителей Тулы. Для нас это большое событие. Я хочу сегодня сказать слово благодарности «Газпрому», лично Алексею Борисовичу Миллеру за поддержку Тульской области в реализации программы «Газпром детям». За 8 лет работы этой программы в Тульской области построено много объектов спортивных. Фоки, спортивные площадки, футбольные поля и тому подобное. Значит, я уверен, что... В Тулу приехали звезды советского и российского хоккея. Они провели мастер-класс для детей на одной из ледовых арен города. В новом ледовом дворце можно будет проводить соревнования, в том числе и международного уровня.